Лучшая тактика по ведению боя – это единогласное решение судейской коллегии. Анапчанин Никита Егоров в весовой категории до 48 килограмм стал не только победителем первенства Южного федерального округа, но и был отмечен особой наградой – как самый техничный и грамотный боец. Боксом занимается 5 лет. Воспитанник тренера 3-й спортивной школы Вячеслава Труфанова. Сложность была в том, что надо было его выдернуть на неподготовленную его атаку и встретить своей уже контратакой. Готовый. Меня отец отправил на бокс, а потом самому понравилось. Сначала он меня заставлял, а потом уже и понравилось, и сам начал ходить. Бокс в Анапе культивируется уже не одно поколение. Поболеть за своих спортсменов прибыли не только знакомые, но и представители депутатского корпуса Анапы, который поддерживает федерацию бокса. Бой был очень интересный, потому что этому его сопернику он проигрывал дважды до этого. А сейчас видим, что растет, это приятно. Результат налицо. В соревнованиях участвовало более 170 спортсменов из 7 регионов Южного федерального округа. Это юноши в возрасте от 15 до 16 лет. Многие из них, несмотря на возраст, настоящие профессионалы. Но, как отмечает судейская коллегия, анапские спортсмены в числе фаворитов турнира. Очень заметно пошел рост. Да, а вот рост. У вас есть уже победитель Европы, это Павлюков. А вот. Такой хороший мальчик, сильный. Сейчас растет Егоров, 48 килограмм. А вот. Они победители России, финалисты России. Ну, то бишь, выступают очень здорово. Аким Павлюков – еще одна спортивная гордость Анапы. Боксирует в весовой категории до 75 килограмм. В прошлом году стал победителем первенства Европы в Румынии. На этих соревнованиях вышел на поединок с ростовчанином. Впрочем, шансов противнику он не дал. Уже во втором раунде нанес сопернику травму. Бой был остановлен медиком. Победу присудили Акиму. Так как он коренастый, он вообще он должен подходить близко ко мне. Это его дистанция, это его работа. Но он при этом не выполнял свою работу, и я за счет этого его и расстрелял сдалека, так говорится. По итогам этих соревнований анапские боксеры Никита Егоров и Аким Павлюков вышли на первенство России. Честь нашего города им предстоит защитить 15 марта. Соревнования также пройдут в Анапе в спортивном комплексе «Витязь». Руслан Душевский, Анапа, регион.